Здравствуйте, мои необыкновенные! Я счастлива видеть вас на своем канале Таро Солнца. С вами Евгения, ваш личный таролог. Давайте посмотрим, чем он занят, почему молчит, что там происходит к нему. Чем занят, почему молчишь? О, сейчас мужчины какие-то, жизнь разваливается, честно. Возможно, у кого-то физически он себя прям чувствует нехорошо, дурно. Вот какая-то у меня сейчас черная полоса в жизни. Почему не проявляешься? Да ну, по десятке мечей, девчонки, здесь не то, что не проявляться, здесь у него, возможно, вообще стоит вопрос по решению его жизни и смерти. Понимаете, сейчас он абсолютно иными делами занят. Да, он говорит, сейчас мне нужно как-то в себя прийти. У кого-то мужчина действительно болеет, у кого-то находится в месте, где вообще, ну, знаете, небезопасно для жизни. Чем он занят? Обалдеть просто. В дороге. Едет сейчас куда-то. Куда собрался? В новое будущее, девчоночки. В новое будущее собрался. Хочу, говорит, построить уютное, комфортное гнездышко, где я буду в безопасности. Девчоночки, идет конкретно лейтмотив безопасности, уюта, комфорта. Возможно, здесь мужчина даже переезжает, меняет место жительства. Ну что же, ставьте сердечко, пишите «принимаю, благодарю», подписывайтесь на мой канал. Пока-пока.